Так, всем здорово, народ. Заехал в метро. Нужно мясо. Так, нужна корейка, нужен фарш. Да и заодно решил вам показать, что почем, показать цены, ассортимент. Так, и вот. Вот эту тему я очень люблю. Сердце цыплят. Так, по ценам 246 рублей. Если сравнивать с пятеркой, последний раз я в пятерке покупал, что-то было около 300 рублей. Так, нужно будет корзину взять и в корзине это все собрать. Так, это не то. Вот окорок нужно шашлычок сделать. Килограмм 409 рублей. Так, короче, народ, нужна срочно корзина. Мне нужен окорок. Плюс, так, 409 рублей килограмм. Плюс мне нужны ребрышки свиные, да, вот они, 459 рублей килограмм. Сегодня у меня день мяса, народ. Так, свиная вырезка, килограмм 549 рублей. Так, а в чем разница, интересно? Окорок свиной 409 рублей. А, ну это одно и то же, да. Так, а где у нас тут фарш? Вот он. Так, говяжий фарш. 1159 рублей. Так, надо разобраться. А, я понял. Вот это вот одна штука. 1159 рублей будет. Если купите три штуки, за одну штуку 1299 рублей. Так. Это у нас, сейчас скажу, 2 килограмма получается вот в этой упаковке. За 2 кило 1160. Ну, в принципе, по цене это нормально, народ. Так, фарш говяжий. Мне обычный нужен. Так, из говядины фарш 209 рублей. Ну, вот такой вот мне подойдет для котлет и для голубцов. Так, фрикадельки уже готовые. Телятина. Одна штука, одна упаковка, внутри 6 фрикаделек. 227 рублей стоит. А, это даже не фрикадельки, народ. Смотрите, это люля из баранины. Готовые котлеты. 250 дней зернового откорма. То есть хорошее мясо. Так, котлеты из телятины. Одна упаковка 230 рублей. Так, сколько грамм тут? Сейчас надо будет посмотреть. 200 грамм 230 рублей. Так, есть чеваб чичи из мраморной говядины. 169 рублей. Так, 300 грамм, 169 рублей. 5 сосисок получается. Ну, в принципе, народ, цены достаточно хорошие, приемлемые и доступные. Купатые сосиски. Одна упаковка 189 рублей стоит. Так, 400 грамм.
Да, народ, тут цены достаточно приемлемые, доступные. Карбонат в маринаде, килограмм 38 грамм. Так, карбонат в маринаде 449 рублей за кило. Ну, где-то 450 примерно выходит. Также есть другого вида карбонат в маринаде. 519 рублей. Свинина на хрящиках с чесноком и зеленью. Тут уже, я так понял, готовые, маринованные. Так, вот это стоит, сейчас скажу. Свинина на хрящиках с чесноком и зеленью. Килограмм 359 рублей. Так. Баранина для плова с курдюком охлажденная. Идеально для настоящего плова. Так, нарезанная баранина с курдюком на 3 порции. Одна упаковка стоит 372 рубля. Мраморная говядина. Вот я, наверное, я, народ, вот этот кусочек возьму. Там, где в начале видос смотрел, там сало побольше было, а тут сало поменьше. Я один из этих кусочков возьму. Так, если брать килограмм, 1400, ничего себе цена. 1499 рублей стоит, а если брать от 10 килограмм, то есть оптом, по 1300. Но мне нужен такой кусочек. Сегодня у меня мясной день. Ну и нарезки разные. Стейк. Так, сейчас покажу вам. Стейк из мраморной говядины. Вот такая упаковка стоит 740 рублей, если брать поштучно, а если брать оптом от 3 штук, на 30 рублей, в общем, будет скидка. Так. Все, народ, завершаю видос, уже холодновато стало. Пора ехать домой. Сейчас возьму одну корейку, возьму ребрышки, возьму фарш и поеду домой готовить мясо. Все, народ, завершай видос. Пишите в комментах, ставьте лайки и обязательно смотрите мои видосы до конца. Все, всем удачи.